Картина «Два бокала» или «Первое свидание» у меня родилась под впечатлением картин голландских художников, которые писали натюрморты, которые были загадкой. Каждый фрукт, овощ или каждый предмет на этом натюрморте был символичен и нес какие-то определенные знаковые вещи. Так и эта картина. Это говорит о том, что два человека, два прекрасных человека, мужчина и женщина, встретились. Как вы видите, один бокал с вином и один бокал с шампанским символизируют встречу. Между ними только зарождается великое чувство, любовь. Свеча является как бы символом того, что она освещает их дальнейшие отношения, которые еще только-только начинаются, зарождаются. И, как видите, маленький хрупкий лист белого винограда еще так чуть-чуть трепещет и показывает о том, что ну вот еще чувства не обозначились, они только начинаются. Как и на картинах голландских художников, безусловно, это символ любви, богатства, спелые фрукты, в частности, виноград и красный, и белый виноград символизируют богатство, успех, в то же время богатство чувств, богатство отношений человеческих. Как вы видите, маленькая пчелка сидит на фрукте, спелом фрукте. И тоже символизирует вот такое вот открытие человеческих теплых отношений. Это не персик, это именно абрикос. Абрикос, который вот он такой пушистый, мягкий, немножко очень нежный. Фрукт, который вот только-только открылся, как это нежные человеческие чувства. Я надеюсь, что моя картина вам всем понравится. Искренне буду рада этому, когда она принесет в вашу жизнь любовь, богатство, удачу и вот эти хорошие человеческие теплые чувства. Счастья и любви всем нам!